Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Этот ролик будет очень коротким. Сообщаю о впечатлениях. У меня прошло 3 тренировки. Сообщаю исходные данные. Вес 113 килограммов до тренировок. Талия 130 сантиметров. Рост, ну, считается, что 174, но последний раз я этот рост измерял очень давно, и очевидно, что позвоночники под давлением рюкзака немножко, то есть сейчас может быть 173-172, то есть вот, это не имеет значения большого, в общем. Для меня рассчитали специальную еду. Понятно, что здесь она не совсем постная, но надо сказать, что вот, допустим, постный Новый год мы встречали и провожали там осетрина и семга, и, в общем-то, честно скажу, здесь еда более такая именно постная, вот, аскетичная, да, вот скорее вот это слово более правильное. Значит, вкратце впечатление: 3 тренировки у меня состоялось. Сегодня утром вес был 112 килограммов, то есть 1 килограмм ушел. Диета была рассчитана 8 марта. 8 марта тоже было 112 килограммов. После первой тренировки ушло почти 2 кило. Вот. Правильное питание началось у меня с субботы, соответственно, с 9 марта. То есть я уже целых второй день. Вчера мне не удалось все съесть. То есть дано очень много. Вот. Но сегодня я себя заставил, как бы, вот, съесть именно все, что у нас имеется. Может быть, только яблок не доел. То есть там на завтрак и второй, третий приемы пищи у меня яблок, по-моему, не было вообще. Вот. То есть чуть-чуть не доедаю. Но организм этого вообще не ощущает. Следующее видео будет у нас во вторник, уже из спортивного зала. Запишем ролик, сделаем фотки. До новых встреч. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, помогайте мне худеть.